рисует вот такой обзорный. Я там, правда, уменьшил кое-что. Может, что-то и выйдет. Друзья, ну, как известно, осенью 1939 года в результате так называемой польской кампании вермахта и польского похода Красной армии территория Польши оказалась разделенной между Германией и СССР. Важным историческим итогом этих, так сказать, событий стало появление непосредственно советско-немецкой границы. На новых рубежах Советский Союз стал возводить новую полосу фортификационных сооружений, названной позже линией Молота. До этого была укрепленная линия Сталина, так называемая, которая была намного восточнее. Но город Шея-Мысль оказался разделенным между соседними государствами новыми границами. И граница пролегала по реке Сан. Защиту советской территории в этих местах должен был обеспечить, согласно решению советского командования, Пшемыский Перемышлянский укрепленный район, один из его музейных, так сказать, дотов, был уже после обретения польской независимости от блока советского, возведен, вернее, реставрирован и соответствующим образом превращен в музей. Так, мы с Тамтом пришли и зараз посетим терены форта 21. Значит, артиллерийский форт из Пшемыской, значит, крепости 21 Баканчицы. Бойові схорони, бункери, пункт опору Пшемислу, 08 Пшемиський район уміцнений, 08-8. Лінія Молотова тут же була, желебетонний шлях слідами двох воїн. Ну і тут увага, увага. Вітаємо на терені форту 21 Баканчиці, Рдзеня давньої твердзі Пшемислі. Форт Баканчиці – то історичний об'єкт в стані тривалої руїни. Звідзання об'єкту відбилося на відповідальність звідзайонцева. Забранялося входження до схронів, а раз руїн будовлі бетонових і цегляних, грожені заваленням. Забранялося палення огнізк за смецание терену. Президент места Пшемысль. Вот так и вот тут снижение. Ну, то есть остерегают, что тут все, так сказать, в плохом состоянии, может завалиться на голову и так далее. Особенно эти бетоновые. Ну, в общем, мы, понятно, лучше, как говорится, быть осторожными, не лазить где не надо. Ну, идем, друзья, идем, идем. Сейчас мы так обойдем, что можно. И что нельзя, постараемся, что нельзя тоже. Вот, видите, друзья, вот такой форт. Железобетоновый шлях Рдзенем Твердзей, добоевый схрон, дорога барьера, барьера Добромильская брама. Это Добромильская брама, то там аж. Ну, как видите, друзья, это большая, большая территория. Естественно, выглядела она иначе когда-то. Ну, мы сейчас пройдемся, посмотрим, что мы тут увидим интересного, покажем вам и сами. Ну, тут впервые, потому оно так и выглядит несколько. Ну, пройдемся сначала так, в общих, потом будем подходить к конкретным сооружениям. Ну вот видите, заваленные. Сейчас поднимемся. Вот бетонов. Ну, возможно, это, как говорится, доработка, доработка. С двух войн. Видишь, дот. Гнездо. Как говорится, тут-то вряд ли все завалили. Ну вот.
Помещение. Надо приготовиться. Все-таки я. Здесь капает вода. Здесь капает вода. Снимет лучше. Друзья, тут тоже вода. Ну вот, друзья, еще один бункер мы нашли. Тут, короче, вот так вот, и как уже говорил я там, находясь, я понял, что они вот так перемещались, выходили. Укрытие было соответствующее от обстрелов. Ну вот тут вот себе тут бивакует. На это давить дивно указывает на что. Вот такие вот стрелки. А может это просто обвалилось. Сейчас пойдем посмотрим на этот бункер. Вот там жилой массив Шемыски. Это уже ближе к Сану туда. Ну вот, видите, вот так вот перемещались под этим всем. Сейчас мы еще глянем наверх, что тут видно. Вот как мы... О, классно, классно, друзья. Смотрите, какие... Чего? Започился коряга, потво. И все такое. Вот оно как. Вот оно тут. Да. Гнезда пулеметные, где-то тут и артиллерийские. Вот такие, друзья. Но мы еще пройдемся по некоторым местам с фотоаппаратом, чтобы сдентя зарубить. Потому что... Не знаю, не знаю. Кто это делал? Сейчас мы сменим аппаратуру. Бляха-муха. Лабза не выходит порой так, как надо. Мы попробуем еще заглянуть сюда, хотя наверняка это все подобно, да. Вот тут какие-то... Насос, оказывается, тут есть. И мы пойдем к этому бункеру. Вот такое самое строение.
Ну вот, друзья мои, что посмотрели бункер, как видите, не все увидели, но кое-что увидели. Добро, пойдем дальше. Наклонять нельзя, но судя по всему вода. Вот такое помещение, там тоже вода. Вот такое вот. Чьи-то австрийские, чьи-то уже поздний радецкий бункер с зотными пулеметными всякими. Сейчас посмотрим. Ну вот мы вышли на поверхность. Не знаю, что мы там сняли. Вот, видите, заваливается. Ну, идем дальше обзорно. И вот, друзья. Вот такой вот бункер, друзья. Сами видите, где мы лазим. Где мы лазим? Что мы видим? И как мы видим, мы стараемся вам показать мир нашими глазами, друзья. Чтобы они были ваши, ваши очи пришли к нам, и мы вместе осмотрим это прекрасное, еще более-менее сохранившееся в некоторых остатках сооружения. Вот, видите, друзья. Там, ну, все это мы еще пройдем, осмотрим. Вот, на фотоаппаратах запечатлим. Достойный, конечно, видение. Ну вот этот форт, как видите, это все на восточном направлении. Аля.